Кормилица СССР Лайма Вайкули из Латвии сделала неожиданное заявление и назвала себя западной артисткой. Пожаловалась, что в России ей не дают выступать, а ведь еще в прошлом году она настаивала, что ни за какие деньги не вернется на российскую сцену. Опальная певица из Латвии, Лайма Вайкуля, сделала неожиданное заявление, называя себя западной артисткой. Неожиданно она пожаловалась, что в России ей не разрешают выступать. Это высказывание пришло в противоречие с ее предыдущими заявлениями, когда она утверждала, что ни за какие деньги не вернется на российскую сцену. Российского зрителя сначала СВО отрезали, просто отрезали от целого ряда выдающихся артистов, западных, таких как я, которые не могут по очень понятным причинам выступать сегодня в России, заявила Лайма Вайкуля. Это заявление вызвало широкий резонанс в мире российского шоу-бизнеса и вызвало множество вопросов. Почему Лайма Вайкуля, которая долгие годы была так популярна и любима в России, теперь называет себя западной артисткой? Хотя очевидно, что российская публика больше не хочет видеть Лайму Вайкуля у себя в гостях, а проживает она теперь в Латвии. Видимо, тоска по России замучила, раз вновь вспомнила столь ненавистную для себя страну. Ранее сообщалось, что Лайма Вайкуля попусту повышает рейтинги эмигрировавшей из России подруги Аллы Пугачевой.